Второй год подряд Запорожская епархия совместно с Главным управлением МЧС Украины в Запорожской области проводит подобное мероприятие для того, чтобы не только подарить детям праздник, но и в очередной раз предупредить о тех элементарных правилах безопасности, которые нужно соблюдать летом. Как правило, в период летних каникул дети остаются сами дома без присмотра взрослых, и тогда опасности подстерегают их на каждом шагу. Это не только бытовые происшествия, которые могут случиться с детьми. Газовые приборы, электронагревательные приборы, компьютеры, короткое замыкание электросети, а также происшествия, которые могут случиться с детьми на открытой территории. То есть это и пожар в лесу, и обнаружение взрывоопасных предметов. Вот именно с этой целью мы проводим подобные профилактические мероприятия с детками. Недаром говорят, что священнослужители спасают души людей, а спасатели МЧС спасают жизни людей. И для того, чтобы объединить два таких благородных понятия, как душа и тело человека, мы сегодня провели это мероприятие по благословению Владыки Иосифа и по распоряжению начальника Главного управления МЧС Украины в Запорожской области генерал-майора Лепского Алексея Николаевича.